конечно, слышали про быстрые радиовсплески, мощные сигналы из космоса. В переводе на английский это звучит так: Fast Radio Bursts. Так вот, в течение нескольких последних недель было обнаружено более 1600 новых сигналов, исходящих от одного из наиболее хорошо изученных источников этих Fast Radio Bursts, что по существу подвергает сомнению ведущую гипотезу об их происхождении. Заголовок: сотни быстрых радиовсплесков перевернули представление ученых об этой космической аномалии. В истинно научном смысле название говорит вам все, что вам нужно знать. Эти сигналы представляют собой миллисекундные всплески радиоволн, каждый из которых несет больше энергии, чем Солнце излучает за год. Некоторые из них однократные, в то время как другие повторяются случайным образом или с предсказуемой периодичностью, то есть ничего не понятно. Но что именно их создает, остается загадкой. Черные дыры, сверхновые, нейтронные звезды, экзотические частицы и, конечно же, может быть, инопланетяне, может быть, издают эти сигналы. И все это не подходит в качестве объяснения. Но главный кандидат все-таки есть. Это магнетары, маленькие звезды с невероятно мощными магнитными полями. Ученые очень надеялись, что ключом к этой загадке будет недавно обнаруженный магнетар в нашей собственной галактике, испускающий подозрительно похожие на Fast Radio Bursts сигналы. Но вот поди ж ты, новое исследование усложняет картину. Астрономы использовали сферический телескоп с 500-метровой апертурой в Китае, чтобы внимательно изучить один из самых известных источников FRB – Fast Radio Bursts. Источник FRB 121102 был первым обнаруженным повторяющимся сигналом, поэтому он был одним из наиболее хорошо изученных за последние годы. Но эти новые наблюдения показывают, что он намного активнее, чем считалось ранее. Команда наблюдала за источником почти 60 часов в течение 47 дней в 2019 году, обнаружив ошеломляющее количество всплесков. Более 1600 всплесков. Это просто огромный рост. Раньше это было всего зарегистрировано около 347 всплесков из этого источника с момента его открытия в 2012 году. Регистрация этих сигналов может помочь раскрыть тайну FRB – Fast Radio Bursts. Это был первый случай, когда источник FRB был изучен столь подробно, рассказал Бин Джан, автор исследования. Большой набор импульсов помог нашей команде как никогда раньше исследовать характер и распределение энергии FRB, что проливает новый свет на условный двигатель, который приводит в действие эти загадочные явления. В самый активный период FRB под номером 121102 выдавал 122 всплеска в течение одного часа. Это самая высокая частота повторения сигналов среди всех источников таких сигналов. Команда говорит, что этот всплеск активности может помочь выбрать между двумя основными моделями того, как магнетары могут производить повторяющиеся FRB сигналы. Первая гипотеза предполагает, что сигналы возникают изнутри магнитного поля звезды, а вторая утверждает, что они производятся повторяющимися сотрясениями вещества вокруг нее. В каком-то смысле это только усугубляет загадку, но магнетары как источники FRB сигналов пока никто не исключал. Например, в космосе могут находиться две соседние звезды, а многочисленные сигналы являются лишь результатами постоянного пересечения их орбит. Даже если сигналы от FRB 121102 не являются магнетаром, это не означает, что все источники сигналов FRB одинаковые. В конце концов, разные сигналы имеют такой широкий диапазон характеристик, и это приводит к тому, что точно сказать о механизме образования этих сигналов пока совершенно невозможно.